Я рад приветствовать неуловимых шпионов на канале Демаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем свою хитрую миссию в игре под названием Frame Collection. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, сможем ли мы сегодня уйти от преследования. Дама, курим, стряхнем, как говорится. Кури и стряхивай. Не сказали, что дядька шериф, что ли? Ну, типа, мол, детектив, наверное. Даже не шериф, а оу. Это должен постоянно... Это такая механика, да? Мы должны туда-сюда перегонять. По мне так, мне кажется, что, типа, несколько людей, несколько сторон полиции присутствуют. А, смотри-ка, он такой, типа, коварный. Воу-воу-воу, стоять, дама. Самстердама. Давай-ка, разгоняйся. А, типа, вот этот усатый, он тоже, типа, агент. И мы, типа, друг друга все пытаемся подставить или что-то там выведать. О, а тут-то я, получается, через низ, я сразу же на полицейского выйду. А как тут-то действовать? А, мы должны успевать, да? Дергать, передергивать это тут. Похоже, да? Может, можем, наверное, в онлайн. Сейчас посмотрим. То есть у нас время-то идет. Мы можем, должны успеть. Ага, значит, сюда. Ага. Ага. Ха-ха-ха! Как мы хитро обхитрили всех! Хитро и умно. Шмык на поезд. Полицейские. Ну что, там только деньги платят. Смотрите, 5, 7, 3. Видимо, это что-то должно знать. Ага. Так, нам с вами надо, наверное, куда-то вот так вот. Ну-ка, давай. С пятерочки на... семерочку. Тут, типа, выбегаем. Оу! Да нет же. Я же... У них есть какой-то кулдаун. Мы так просто не можем, да, видимо, постоянно перетасовывать. А, типа мы не забежали, теперь забежим. Тут забежим и там выбежим. Не, подожди. Мы же должны были забежать, разве нет? Ладно, окей. А тут-то как мы будем действовать? Мы должны, короче, получается, с внутренней стороны зайти. Ну, в принципе-то все по плану шло. Странно. Давай еще раз. Не знаю, вот с этой вот штукой какая-то загадочная фигня происходит. Тут мы... типа мебель разломали. Забежали сюда. Ой, да что так... Вот что это? Что? Почему? Почему меня перебрасывает да не туда, куда надо? Получается, мне надо торопиться просто, ребят. Я не сразу понял. Мне не торопиться? Не понял. Еще раз. А, смотрите, а здесь типа я не пройду, да? Он меня не увидит? Так все, короче, да, типа того. И тут спрыгнем. Надурим еще и этого полицейского. Хоба! И на поезд вообще. Ха-ха-ха! Лихо! А оказывается, не надо торопиться. Я подумал, что я... О-о-о-о!
Я начал торопиться, постоянно переключая, дергая вот это. А не надо передергивать. Просто бери да аккуратненько переводи. Она замирает. Ее не надо, ну, то есть торопиться не надо. Окей. Мы свет должны были включить. Они меня сейчас увидят. Такие, опа, она, а ну стоять. Я все понял. Так, значит, нам надо свет вырубить. Это как-то вот так должно быть. Ну, наверное, будет нормально. Ну-ка, давай. Хопс. А почему она пробежала мимо двери? А не-не-не, все правильно мы сделали. Надо единственное дверь поменять, смотри. Действуем вот так вот. Опа. Хопа! Мы убежали. Сейчас хопа здесь. А дверь сюда. Аккуратненько. Тихо-тихо. Когда темно, мы вообще дверь не видим. Я все понял. Все правильно мы сделали. Еще раз. Типа хлопс. Опа. Упс. Аккуратненько. Сейчас. Хопа. На выход. Давай, давай. Сейчас обойдем того чемоданом смерти. Огреем? Нет, интересно. Наверное, вряд ли. У нее не такой мощный чемодан, как у мужика. Хотя вроде это тот же самый, но нет. У нее не такой. Так, она типа внутри идет, да? За нами бежит полицейский. Нет, не вылази наверх. Нет. Под юбку не подглядывай. Извращенец. Так, вот теперь, наверное, нам сейчас здесь вылезем. Этому карате. Так, так. Давай, посмотрим сейчас. Наш чемодан справится с такой задачей сложной. Так, давай, давай. Ага, ага, аккуратненько. А ну вот, не смотрите, чемодан у нее не смертельный. Так, теперь что надо делать? А, тихо-тихо. Вот так вот. Ха! Баклан! Мы-то тебя нормально подкололи. Так, подожди, а мне здесь надо наверх вылезти. Так, вот так делаем. Мимо трупа ходим. Все по плану идет. Ага. Аккуратненько. Аккуратненько. Так, я вроде втянулся, потихоньку втянулся в это все происходящее. Так, так, так. Юбку-то ты, наверное, зря одела. Лучше бы в штанах бы бегала. Гораздо больше пользы. Типа, ты не видел ее? Ничего не вижу. Уже третий день. Пчела в глаз ужалила. Вообще ни шиша не видать. Опа, ребяточки, до свидания. Мы поехали дальше, а вы-то идете домой. К женам, к своим. Ага, тихо. Наверное, уже не успею. Хотя, подожди, нет, все нормально. Мы же сзади, наверное, пробежим. Да, вот здесь позади. А, нет, 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 нет. Так, нам надо его вырубить. Мы типа стоп-кран. Ну-ка, давай попробуем. Побежим такие. Хопа, стоп-кран. Зынь-зынь-зынь. Опа, он, ой, ё-моё, я ударился головой своей бестолковкой тупорылой. Эй, женщина, вы куда побежали-то, ну? А сейчас, хопа, держи! Так, и все, и мы в замок, и мы такие, не знаю, и полицейский, значит, поймает, да? Прижмет нас. Ну это не полицейский, я не знаю, кто это, я буду считать, что он тоже агент. Так, нам надо, короче, после того, как мы его ударили, еще раз мимо него пробежать. А для этого нам надо будет перетасовать еще как бы эти локации. Да, мы все правильно сделали. Даже я бы сделал вот так, наверное. Как раз у нас была бы возможность. А, это, по-моему, вы! Я вас видел! Дайте автограф! Кунг-фу! Тихо. Еще раз. Типа, опа, ключи! Еще бы кошелек приперло бы, тоже нормально было. Все, открываем и бежим. Опа!
Вот так вот, скрылись мастерски. Ой, ты какой-то опасный мужик. Так, нам надо в халат переодеться. О, белая шляпа и белый халат. Оп, типа я вообще не она. Ой, очки, очки у него. Хоп. Тихо. Э, да что ты? Ха-ха-ха, подожди. Один шляпу, мать. Один шляпу сверху. Ага, теперь давай вот костюм еще. Да нет, ты возьми у него очки. Че ты, и шляпу, и очки носить одновременно не можешь. Видишь, у меня халат, я другая совсем женщина, а не ту, которую вы ищете. Нам надо, короче, и халат одеть, и очки забрать. Только тут последовательность должна быть хитрая. Нам, походу, все надо забрать. Ну, давайте еще раз. О, здрасте. Оп, очки ваши притырю. Вы не против? Оп, давайте, вот так вот. Типа халат. Ага, побежали сюда. Тихо. Нет, уже все, упустил момент. Надо было дядьку потом. Ну, короче говоря, надо как-то перетасовываться хитро. Ладно, погнали еще раз. А если я сразу же возьму? Она сейчас такая шляпа. Ага, сейчас у дядьки сразу возьму очки. А здесь повесим халат. Она-ка, типа халат. Не-не-не, потом шляпу. Такая, шляпу еще одену. Очки-то не снимай, очки, ну мать, ну ты че, тебе сложно, очки носи вместе со шляпой. Все у нас есть, так давай. А, вот теперь точно, мы теперь на мужике не сможем повесить очки. Отлично, шляпа. Гоу-гоу-гоу! Все. Это не я, это незнакомая женщина, которую вы совсем не знаете, бабуля какая-то. Нет, она красотуля. Здравствуйте, мэм. Она была сзади ударом еще кунг-фу. Представляете, как бы сильного полицейского это просто в шок бы его ввело. Он такой все время мечтал и думал, что как бы вот красивая женщина хочет помогать людям, а тут, знаете, она такая, здравствуйте, сэр. Он такой, здравствуйте, мэм, а сзади. Кия! Удар кунг-фу. Все. Травма, работа с психологами, на несколько лет обеспечена. А мы-то где? Мистер полицейский что-то здесь ходит. Ты что ходишь? Ну, агент, наверное, все-таки. Ладно, я его почему-то... Вы написали, что это же какой-то детектив, и я его почему-то начал считать детективом. Вообще, наверное, это все-таки обычный мужик. Да нифига, смотри, необычный. Какой детектив, ребята, ну чего вы меня напарили? Это нормальный мужик, это нормальный агент, усатый агент, агент усач. Так, нам надо как-то, короче, здесь будет все намного сложнее, я уверен, да? Типа теперь будем играть за него. Он на эти две локации проходит сам, мы их трогать даже не можем. Отсюда потом выходит. Пошел сюда, сюда, наверное, ага, поднялся, или отсюда вышел. Нам надо отсюда выйти. То есть нам надо в дверь зайти. Вы понимаете, да? Все, да, картинки отыграли. Тут уже нет перекрутки. Тут картинки отыграли. То есть он идет сюда. Здесь... я так понимаю, проходит. А, наверное, вот так. Давайте попробуем еще раз. Давайте ускорим немножко. А то он слишком старый, слишком медленно ходит. Мужик, ходи быстрее, ё-моё. Давай, разрабатывай ноги. Спину укрепляй там. Приседания в это время, пока ходишь там. Ха-ха-ха-ха, приседания, ну. Ха-ха-ха-ха. Теперь здесь, направо, по лестнице. И там в дверь, отсюда выйдем. Давай, опа. Обманули дурака полицейского. На 4. Свистульки. Ну, потому что кулаки, наверное, не особо сильно у них катят, да, наверное, эти вот свистулечки. Оп. Опа, ключик. Опа. Не, ну шикарная игра выглядит, конечно, просто на пятерочку. Это просто обалдеть. Вот эти вот элементы. О, нет! Нет!
Yes! Борьба за портфель была произведена. Этот смертельный портфель смерти оказался теперь в опаснейших руках усача. Усач! Богатство. Усач не прощает. Опа, тыщ, там тоже выстрел. Что там? Все поломалось, чертям! Что происходит? Все сломалось! Шеф! А, теперь она ему передает записку. Такая типа, мол, усатый, держи. Ты лучше справишься, чем тот мужик в шляпе. Хотя бы ты тоже в шляпе. А, и он заходит, да, получается? Типа мы поменялись местами. Что? Что происходит в этой игре? Так, подожди, мы что, заново начинаем проходить ее? Мы что-то уже делали. Мы, получается, первую часть с вами прошли игры, что ли? Так выходит? Ну, давайте посмотрим. А, нет, смотри-ка, там какая-то другая тема. А, не-не-не, все правильно, там, типа, выстрел. А, в спину там. Через стол мы тогда кувыркнулись. Но я не помню мужика на унитазе. Вы помните? Я нет. Ну-ка, давай, хоп, сейчас кувыркнемся. Урок карате. Давай. Хопа. Ха-ха-ха, непробиваемый стол. Ты такое видел? Так, сейчас к мужику. Сейчас ты не только пописаешь и покакаешь сразу же от страху-то. Простите, сэр. Так, ну здесь-то мы точно были. Я что-то момент с туалетом-то не помню, а вот это помню хорошо. Он же неудачный, неуклюжий полицейский. Которого мы с вами обманем. Так, подожди. Вот так у нас было, да? Подожди, не-не-не, как-то, как это вот так? Не-не-не. Странно, но вот эту картину... Нет, такое чувство, что игра, она вроде то же самое, но она по-другому. И она усложнилась, или мне кажется... Как-то странно, вот этот объект мы с вами крутить не можем. А тут мы, получается, сразу выходим. Тут я в дверь захожу. Ну, давайте так попробуем. Хотя я не думаю, что эта дверь мне нужна. Он зашел здесь. Сейчас этого шибанем. Ну, и сейчас сразу же на этого выпрыгнем. У нас раньше вот эту картинку нельзя было трогать, теперь можно. Я ж тут тоже выбегу, прям сразу на него. Странно как-то. Вот этот как-то участок вообще капец как мешает. Ты это понимаешь прекрасно? Я что-то как-то не улавливаю момент. Типа здесь выйдем, там зайдем. Тут сразу же на него опять вылезем. Странно как-то. Короче, я даже не знаю, если честно, ребят, как лучше было бы расставить. Давай попробуем. Какое-то коварство. То есть мы тут хоп, здесь просто пробегаем. Это просто локация. Она вот это бесполезная локация. Типа тут аккуратно за спины его... А, да-да-да, и здесь заходим, и здесь выходим через дверь. Все понятно, да-да-да. Все правильно. Вот это как-то участок, он мне сразу мозг отключает.
как лестница. Здесь пройдем мимо. Давайте на тут спустимся. А, подожди. Тут пойдем, да, мы, значит. Нам еще как-то надо тут аккуратненько его обмануть. Значит, тут пробегаем. Поднимаемся наверх. Нам надо где-то потом спускаться. Может быть, тут должны подняться. Да, можно вот так сделать, наверное. Отсюда вот это. Потому что мы по лестнице поднимемся, дадим ему по щам. Уйдем в ту сторону. Следующее будет вот это. Тут хоп-хоп пробежали. А тут уже дальше будет непонятно. Ладно, давайте посмотрим. Нам еще как-то надо, походу, окно поднять, что ли? Пока непонятно как. Ну ладно, разберемся, я думаю. А мы просто лезем. Да, мы просто пролезли мимо. Сейчас сюда и налево, наверное. Направо, точнее, мы пойдем. Сейчас. Кия! Удар кунг-фу. Ну и все, как. Да-да-да, чемодан смерти. Ну дальше все, дальше хана. Дальше мы уже не справимся. Так. А вот это лишняя была лесенка. Возможно, ее надо куда-то вот сюда, что ли. Вниз. Возможно, тогда мы здесь выйдем, да? Как это все странно. Сюда, потом это, да. Ну давай попробуем. Тут-то просто еще по шее получит сразу же. Чемодан смерти. Дальше пробежим. Поползем, наверное, вверх, да? А, вверх мы ползем. Вверх. Мы все время вверх. Не, ну вроде тогда по плану теперь идет у нас. Хотя тут мы должны через лестницу уйти, короче, я понял. Конец неправильный. Конец, финал неверный. Финал неверный, как же нам тогда поступить? То есть нам, у нас должен быть финальчик с лестницей. Тут-то все нормально. Но неверно. Тут она по-другому опять действует. Тут-то мы сейчас, ладно, пробежимся наверх. Вот здесь мужик нас просто подловит. Наверх здесь выйдем и прям как раз на полицейского. Нам надо по-другому, нам надо как-то избежать этот момент. Нам вот этого мужика надо как-то избежать. Это только через лестницу. Ну, вот так, наверное, будет нормально. Давайте ускорим. Оп, сейчас всех перехитрим. Сука, я тут налазил. Я налазил уже 20 часов, наверное, на этой лестнице. Устал уже, вспотел. И все. Коварно убегаем, виляя хвостом. Если бы у нас он был. Ну да, загадки другие. Вы знаете, это может быть вторая часть уже пошла игры. Я что-то не понял, не уловил этот момент. Но вроде все то же самое. Вот прям реально все то же самое. За исключением некоторых моментов. Так, мы тут спустимся, пойдем по низу. Картинки вроде местами просто как другие закрепили картины, и поэтому получается немножко по-другому. Приходится по-другому все продумывать. То есть ты уже другую стратегию выбираешь. Всего лишь одну картинку закрепили, другую. Сейчас разберемся. Так, в оранжевый забежал. Кия! Портфелем по голове, дальше бежим. Вот тут надо проскочить, как вы помните, да, здесь надо проскакивать. А эта локация у нас с вами...
она неизменна. Угу. Надо выбегать в голубую. То есть мы тут забежали по шее, здесь вышли. Возможно, стоит... О, смотрите, у нас две точки одинаковые. И эти тоже, смотрите, одинаковые. И это тоже, прям вообще один в один. Так, мы здесь в голубую зашли. Из голубой выйдем, здесь нам будет хана. Нам только, короче, типа здесь выходить. Здесь вышли, в оранжевую зашли, да? После оранжевой... Смотри-ка, как все странно. Они одинаковые ведь. То есть здесь в голубую и там в голубую. И тут получается мы в оранжевую, через оранжевую выходим, а в оранжевую зашли, в оранжевую пробежали, и еще раз в оранжевую, и опять из оранжевой. Значит, наверное, из оранжевой в голубую. Потом здесь по шее, опять в оранжевую, из оранжевой в голубую, и здесь нас уже ловят. Тогда нам надо, наверное, как-то вот так что ли сделать. А, не там в голубую, там мы, наверное, в оранжевую, да, пойдем. Оранжевая, из этого в голубую. Да-да, все, вот так будет работать. Погнали. Все продумано. Не зря агент. Опа, стреляй, не попадешь. Косорылый. На, по лице. По лицу, по лицу. Сейчас здесь тоже достанется тебе, парень. Кеа, удар портфелем смертельный. А мне всего лишь 2 дня до пенсии оставалось. Я всех вырубаю. На! Смертельные удары смерти. Да-да-да, помню этот момент. Так, тут надо поменять, вот так вот. Чтоб нас не выстрелили. Типа, стоп, они! Заклинил пистолет, пыщ, не стреляет. Я ухожу. А все то же самое, что и было, в принципе. Типа вместо усатого теперь женщина нас преследует, да? А, нам надо карточку поменять. Прости, дорогая. Я нифига не сп... Ага, она дает мне прикурить теперь. Тогда он такой усатый, типа там, западло. А тут теперь она мне дает... Ну, как бы, он тогда мне угрожал, хотел меня убить, по-моему, даже пристрелил. А тут, смотрите, поцелуй в щечку. А то, что у меня там ноги сломаны к чертям. Что я упал с такой высоты. Нужен мне ваш поцелуй. Деньги давай. Прошли игру. Прошли первую часть. Первая часть получилась очень клевая. Мне безумно понравилось. Непонятный был момент, когда вот игра переключилась с усатого, точнее с нашего обычного дядьки. Не усатого, на усатого. Но там было как-то, знаете, я такой типа подумал, что мы либо заново проходим игру, либо это типа просто как бы такой, ну как бы режим включился. Просто меняют картинки местами, и тем самым нам дают еще раз поиграть в то же самое. Оказывается, нет. Продолжение было, это действительно, видите, есть смысловая нагрузка. Теперь дама нас встретила, мол, я доставил все-таки. Мы перевернули эту историю с ног, с ног на голову. Потом обратно все выстроилось. И тогда появилась логика. Игрушка классная, правильно, лайк, да. Игра классная, мне очень понравилась. Надеюсь, вам тоже, дорогие друзья. Если это так, то, конечно же, не забудьте поставить лайкосик. Вот, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали. Жмакайте колокольчик. Смотрите в описании, там есть ссылочки на другие приключения, на другие прохождения. Очень много всего интересного и вкусного. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю. Увидимся в новых приключениях. Я думаю, что мы пройдем и вторую часть. Всем пока!